Добрый вечер всем. Сегодняшней темой, которую мы с вами разберем, будет щитовидная железа. Это очень маленький и очень важный орган в нашем организме. Он выполняет количество функций, и фактически нет тканей каких-то или органов, на которых бы щитовидная железа не влияло бы. У нас есть замечательный такой достаточно длинный фильм. Вы, надеюсь, найдете ответы в нем на основные ваши вопросы в плане функционирования щитовидной железы, как она устроена, как она влияет на обмен веществ. Ну а потом мы с вами разберем все-таки, что же, какие же проблемы возникают со щитовидной железой, их причины и как мы можем компенсировать это состояние. Или как-то заняться профилактикой нарушений щитовидной железы. Саркис, ставь, пожалуйста, ролик наш. От нее зависит здравый смысл и светлая память. Именно она, как дирижер, руководит практически всеми обменными процессами в организме, повышает выносливость, настроение и жизненный тонус в целом. Это щитовидная железа. Тироидная железа названа щитовидной в 17 веке английским анатомом Вартоном. Щитовидная железа – это небольшой орган, две доли которой соединены перешейком, что делает ее похожей на бабочку. Ширина размаха крыльев бабочки составляет 50-60 мм, высота крыла – 50-80 мм. Щитовидная железа, или в народе называют ее щитовидка, это очень важный эндокринологический орган, который находится впереди, на шее, на передней поверхности шеи, и по своей форме напоминает щит. И отсюда название щитовидная железа. Этот орган по своим размерам очень маленький, всего лишь около 15-20 грамм, но выполняет очень важную функцию в организме. Без работы этого органа нельзя даже представить себе рост и развитие любого организма, детского или взрослого. Основная роль щитовидной железы – выработка гормонов. Это тироксин, диоттирозин, триодтиронин. Например, тироксин стимулирует рост организма в целом, увеличивает сопротивляемость к высоким температурам. Под влиянием этого гормона усиливается защитная способность клеток. Они получают силы для освобождения от чуждых им элементов. Они вырабатываются уже начиная с внутриутробного этапа развития человека и оказывают очень важную роль на все, практически все функции. Без этих гормонов не происходит роста человека в высоту, не происходит развития умственных способностей, не происходит развитие правильной иммунной системы и так далее. В нашей клинике проходил лечение один мальчик. У него щитовидная железа не работала с детства. И в 25 лет он выглядел на 8-летнего ребенка. По физическому развитию, по умственному, у него были молочные зубы, у него был изменен скелет, был изменен внешний вид. Это подтверждает тот факт, что щитовидная железа и ее гормоны крайне необходимы человеку. Выработка гормонов щитовидной железы регулируется в организме вышестоящими железами – гипоталамусом и гипофизом. Гипофиз вырабатывает тиреотропный гормон, который заставляет щитовидную железу увеличивать не только выработку триодтиронина и тироксина, а также стимулирует рост самой железы. Импульсы, возникающие в центральной нервной системе, поступают в гипоталамус. Для того, чтобы диспетчерский пункт разобрался с той информацией, которая поступает извне, например, состояние страха, чувство голода, ощущение опасности, все это анализируется корой, и импульсы поступают в гипоталамус. Гипоталамус вырабатывает гормоны, эти гормоны, в свою очередь, регулируют деятельность гипофиза. И уже гипофиз выделяет гормоны тропные, характерные для руководства отдельными железами.
Таким образом, под руководством своего командного центра во главе с гипоталамусом в течение суток щитовидная железа производит до 300 микрограммов тироидных гормонов, которые стимулируют формирование и развитие нервной системы. Активирует многие процессы созревания в нервной системе, процессы биосинтеза белкообразования, волокон нервных и так далее. И поэтому в оптимальном количестве тиреоидные гормоны в значительной степени увеличивают функцию нервной системы. Но если гормонов поступает слишком много или наоборот недостаточно, нервная система мгновенно реагирует, выливаясь в чрезмерную возбудимость или наоборот в депрессию. Человек не понимает, что с ним происходит, списывая свое состояние на усталость. Гиперфункция щитовидной железы резко стимулирует деятельность нервной системы, но это не значит, что положительно стимулирует. Здесь идет разбалансировка, и состояние возбуждения резко доминирует, преобладает над противоположным состоянием, торможением. А умственная деятельность – это сбалансированная, гармонизированная функция двух этих процессов – возбуждения и торможения. Щитовидка, пожалуй, один из тех органов, которые любят золотую середину и серьезно капризничает, если гормонов вырабатывается хотя бы немногим больше или меньше норм. Это незамедлительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Организм приходит в состояние дисбаланса по причине усиленной работы сердечной мышцы, в отличие от относительного спокойствия остального организма, который не способен перестроиться так быстро. Через стимуляцию нервной системы деятельность сердечной мышцы резко усиливается, настолько, что периферические ткани не успевают адаптироваться к этому усилению. В результате человек получает тироидное сердце. Поэтому, казалось бы, у людей, страдающих гипертиреозом, должна быть повышенная мышечная активность, там повышенная какая-то другая активность, то есть как во благо это. На самом деле нет. За счет вот рассогласования функций деятельности нервной системы, сердечной сосудистой системы и дыхательной системы мышцы недополучают питательных веществ, тем более, что в мышцах идут эти бесполезные циклы сгорания энергии, сгорания питательных веществ без достаточного обеспечения энергии мышечной деятельности. В итоге получается, что больной испытывает ощущение мышечной слабости. Существуют специальные иммунокомпетентные клетки, то есть те клетки, которые ответственны за иммунитет. И на поверхности этих клеток недавно обнаружены специальные рецепторы к тиреоидным гормонам, что подтверждает гипотезу ту, что отсутствие тиреоидных гормонов или их избыток, то есть так называемая тироидная дисфункция, может вызывать нарушения в работе иммунной системы, тем самым приводя к аутоиммунным заболеваниям, к заболеваниям, связанным с дефицитом иммунитета. Проблемная щитовидка, как заложник, выбрасывающий записку в окно, пытается передать СОС через другие органы и надеется, что мы эти сигналы заметим. Например, заметное похудение или, наоборот, прибавка в весе, когда ни диета, ни тренировки в спортзале не помогают. Больные гипертиреозом обычно худощавые, потому что запасенный нейтральный жир быстро утилизируется. Поэтому в расход идет топливо как бы запрещенно, а именно белки. Поэтому масса тела при этом резко уменьшается, и все это уходит как бы в никуда. Сгорает структурный материал нашего организма, самое ценное топливо, самый ценный материал – это белки. И часть энергии рассеивается в форме тепла. Более того, считается, что тиреоидные гормоны способны, с одной стороны, стимулировать синтез жира, а с другой стороны, резко увеличивать распад жира. Получается так называемый футильный или бесполезный цикл. Вот представьте себе, что строители работают, и рядом стоят рабочие, разрушают то, что сделали эти строители. Получается бесполезная трата энергии, средств, строительного материала и так далее. Вот нечто подобное наблюдается при гипертиреозе. Следовательно, гормоны щитовидной железы выполняют важнейшую функцию и в обмене веществ. Без них невозможна переработка и усвоение белков, жиров, витаминов, микро- и макроэлементов.
При проведении исследования больных с синдромом раздраженного кишечника было выявлено значимое количество пациентов с изменениями щитовидной железы. Научный анализ такой ситуации показал, что деятельность щитовидки тесно связана с состоянием пищеварительного тракта. В последующем практика доказала, что лечение больных с синдромом раздраженного кишечника было наиболее успешно только при совместном восстановлении щитовидной железы. Дело в том, что гормоны щитовидной железы обладают способностью стимулировать основной обмен, скорость потребления кислорода, улучшают трофику, питание, а значит энергопродукцию многих тканей, в том числе желудочно-кишечного тракта. Естественно, в условиях дефицита гормона щитовидной железы резко нарушается образование энергии в тканях желудочно-кишечного тракта, а значит резко снижается их функция. И в данном случае у больного наблюдается атония кишечника, снижение двигательной активности кишечника, запоры. При избытке тироидных гормонов мощная неадекватная стимуляция приводит к тому, что резко нарушаются процессы переваривания, всасывания. Здесь наблюдается обратная картина. Естественно, это приводит к тому, что суммарная деятельность желудочно-кишечного тракта снижается, потому что пища не усваивается за счет того, что эта поступающая в желудочно-кишечный тракт пища транзитом проходит через кишечник, не усваиваясь в должной мере. Для того, чтобы щитовидная железа могла с точностью выполнять свои обязанности, пополняя организм с запасом гормонов, она должна получать йод, микроэлемент, который является основным строительным материалом гормонов. Необходимо, чтобы поступило достаточное количество йода в кровь, а затем он поступил в щитовидную железу. Там происходят все процессы образования тироидных гормонов. И йод, как основной строительный материал этих гормонов, без которых не может образоваться ни тироксин, ни триодтиронин, так называются основные гормоны. В сутки человек должен получать около 150-200 микрограммов йода с пищей. Его нехватка или избыток может привести к нарушениям в синтезе гормонов, в результате возникновения различных болезней. Например, зоб. Это заболевание было объектом изучения еще во времена Цезаря, который во время своего военного похода заметил комок на шее у галлов. Отец медицины Гиппократ рассматривал плохую питьевую воду как причину зоба. На сегодняшний день доказано, что основная причина возникновения зоба – нехватка йода. И если человек не получает длительное время, особенно в молодом возрасте, особенно в детском возрасте, йода, может развиваться задержка умственного развития, задержка физического развития и развивается так называемый кретинизм. Так заложено природой, что гормональные нарушения, связанные с нехваткой йода, чаще встречаются среди женщин, чем среди мужчин. У каждой пятой женщины старше 40 лет наблюдаются изменения в структуре щитовидки. Дело в том, что женские половые гормоны, эстрогены, резко увеличивают чувствительность щитовидной железы к своему командному гормону, тиреотропному гормону. Вот это одна из наиболее вероятных причин, показывающая, почему у женщины чаще страдает тиреоидной патологией. Некоторые специалисты утверждают, что за последние 50 лет количество больных с узловыми поражениями щитовидной железы увеличилось в 80 раз. А другие, не менее авторитетные ученые, возражают на это, что просто с тех пор, как для обследования щитовидной железы стали применять ультразвуковые волны, появилась возможность разглядеть в ткани щитовидки узелки, которые невозможно было бы определить методом пальпации. К сожалению, процесс роста узлов может происходить без изменения функции щитовидной железы в течение долгого времени. В принципе, человек не обращает внимания на наличие узла. Иногда это не видно, не слышно, и человек никак не замечает, жалоб не предъявляет. Случайно приходит на УЗИ, на ультразвуковую диагностику, и находится узел щитовидной железы. Для того, чтобы определить дальнейшую тактику ведения данных больных, мы делаем пункционную биопсию.
Нехватка гормона щитовидки может привести даже к развитию бесплодия у женщин, либо стать причиной возросшей опасности внутриутробных патологий ребенка. Любое новообразование замещает часть тканей щитовидки собственной, в результате чего бабочка уменьшается в объемах, и ее размеров становится недостаточно для того, чтобы вырабатывать гормоны в нужном количестве. Женщина готовится стать матерью, в организме должно быть все сбалансировано. То есть должно сойтись воедино нормальная функция работы яичников, нормальная функция работы щитовидной железы, нормальная функция работы гипофиза. Это орган, который является центром, да, эндокринологических гормонов, которые управляют практически всей эндокринной системой. И, конечно же, если у женщины гипотиреоз, то забеременеть этой женщине будет крайне трудно и практически невозможно. К сожалению, в результате техногенной деятельности человека увеличивается доля веществ, негативно влияющих на щитовидную железу. Большинство таких соединений находится в воздухе. Это химические компоненты выбросов предприятий, автотранспорта. Еще одна из причин нарушения функции щитовидки – природный дефицит йода, а значит, пополнять его запас необходимо с продуктами питания. Это рыба морская, это морская капуста. Из продуктов, которые у нас в Беларуси есть, наверное, все пациенты уже знают, это грецкие орехи, там, где есть больше всего йода. К сожалению, в общепризнанных продуктах белорусских, это картофель, капуста, йода крайне мало. Его содержится по сравнению с морскими продуктами в десятки, а то и в сотни раз в меньших количествах. И плюс к тому же эти продукты, которые относятся к крестоцветным, как капуста, они еще и связывают йод и блокируют его всасывание в организм. На сегодняшний день существует немало мифов о пополнении организма йодом. Это и употребление настоев из перегородок грецкого ореха, и нанесение на кожу йодной сеточки. Если она исчезает быстро, значит, мало йода в организме. Если нет, мы здоровы. А еще обязательны бусы из янтаря. Чем больше йода, тем лучше. Врачи этим не пользуются, потому что при нанесении йода на кожу поступает огромное количество йода в кровь. И железа даже может заблокироваться и в течение недели или даже больше, абсолютно не принимать больше йод для синтеза гормонов. Это даже такой своего рода йодный удар, поэтому это не практикуется, даже бывает даже вредно. Особенно у пациентов, у которых уже есть заболевание щитовидной железы, может даже еще не диагностированное. Щитовидная железа в силу своей важности снабжается кровью наравне с сердцем, мозгом, печенью и почками. Любое нарушение кровоснабжения чревато сбоями в ее работе. Уровень кровотока в ее ткани примерно в 50 раз превышает уровень кровотока в мышцах. Вся наша кровь, а ее более 5 литров, каждые 60 минут проходит через щитовидную железу, активно захватывая йод из крови, таким образом создает его запасы, образует и выделяет тироидные гормоны. Вот представьте, что шейные сосуды, несущие кровь в головной мозг. Головной мозг очень важный орган, функции которого колоссально зависит от уровня кровоснабжения, а значит, уровня снабжения кислородом. Вот из этих же источников, из этой же артерии получает кровь и щитовидная железа. То есть там кровоток очень интенсивный и обмен очень интенсивный, потому что процесс синтеза белка, предшественника тиреоидных гормонов, и исключительно энергозависимый, требует огромного количества энергии, питательных веществ и, естественно, кислорода. Мало кто из нас задумывается о том, что щитовидная железа вносит значимый вклад в прочность костей, защищает их от хрупкости. Дело в том, что помимо тироидных гормонов, в клетках щитовидной железы синтезируется гормон пептидной природы, который обеспечивает постоянную концентрацию кальция в крови. Он получил название кальцитонин. Роль его не очень известна, мало изучена. Главные его эффекты суммарные – это снижение уровня кальция в крови. Дело в том, что рядом с щитовидной железой располагаются 4 небольшие железы, вот такие 4 горошины на верхних и нижних полюсах железы расположены. Они называются паращитовидные или околощитовидные
железы. И эти пара щитовидных желез выделяет, соответственно, парадгормон, главная функция которого – это производство, регуляция уровня кальция в крови. Мы склонны недооценивать роль этой похожей на бабочку железы в организме, потому что привыкли не замечать бессонницу, повышенную утомляемость. А эти мелочи могут быть первыми признаками серьезной болезни щитовидной железы. Вот такой вот достаточно объемный фильм. Давайте я подытожу. Тут огромное количество информации, которое мы на вас вывалили с помощью этого фильма. Итак, основная задача меня выкинуло. Слышно ли меня? Отлично. Итак, основная функция щитовидной железы – это влияние на обменные процессы. То есть щитовидная железа влияет на то, как мы используем энергию, полученную с пищи, и с какой скоростью она у нас используется, и вот это и определяет скорость обменных процессов. Если гормонов повышенное количество, значит обменные процессы протекают быстрее. Ну, можно так сказать, что наши органы работают быстрее, то есть возбуждается нервная система, учащается сердцебиение, повышается температура тела, мы становимся возбудимы, плаксивы, то есть мы активно выдаем эмоции. Да? Если уровень гормонов понижается, то, соответственно, замедляются процессы обменные в нашем организме. Значит, мы становимся вялые, подавленные, малоактивны. У нас наступает не истеричное состояние, а депрессивное, сонливое. Мы начинаем набирать вес, появляются отеки и так далее. То есть, вот это проявление основного влияния щитовидной железы на обменные процессы. То есть нам нужна норма, то есть не повышенная скорость обменных процессов, потому что вот профессор уже объяснил, то есть это тоже не будет отражаться повышенным уровнем энергии, а очень быстро произойдет истощение организма и опять же слабость, утомляемость, подавленность и при этом возбудимость. Дальше. Вторым важным моментом работы щитовидной железы – это влияние на кальциевый обмен. То есть в фильме этот момент немножко так вскользь прошел. То есть существует гормон кальцитонин, который вырабатывает щитовидная железа, и парадгормон, который вырабатывает паращитовидные железы. Кальцитонин, он снижает уровень кальция в крови, то есть что значит снижает? Клетки, которые находятся в костной ткани, остеобласты, они начинают активно использовать кальций для строительства костной ткани. Это очень важная, кстати, информация. Дело в том, что у нас в костях находятся два типа клеток, причем они могут как бы переходить одни в другие. Одни из них называются остеобласты, и они синтезируют костную ткань. Другие – это остеокласты, они занимаются резорбцией, растворением костной ткани. И фактически все наши кости, они постоянно находятся в динамическом равновесии. Это во время здоровья появляется это равновесие. Что значит динамическом? То есть кость постоянно и рассасывается, и строится одновременно. Мы неоднократно говорили, я в частности на своих вебинарах, о том, что в среднем губчатые кости, это, например, кости таза, обновляется полностью раз в 3 года. То есть вот это вот динамическое равновесие фактически заменяются кости за 3 года полностью. Губчатые и трубчатые кости, это бедренные кости, там, плечевые кости, они обновляются примерно раз в 8-10 лет. Вот. И важно понимать, что вот процессы остеопороза, с которыми мы часто сталкиваемся, это не просто
как бы кальций теряется из костей, а происходит преобладание активности остеокластов. Там много причин есть, не только в щитовидной работе и паращитовидной железы. Но вот одним из регуляторов вот этого вот равновесия являются гормоны, кальцитонин и парадгормон. Вот кальцитонин, он снижает уровень кальция за счет активизации остеобластов и происходит активизация, ну как бы синтеза костей. Парадгормон, который находится в паращитовидных железах, наоборот, повышает уровень кальция в крови и активизирует остеокласты. То есть остеокласты разбирают костную ткань и за счет этого уровень кальция повышается. Поэтому вы, кстати, должны знать, что обычно во время остеопороза уровень кальция в крови будет повышен. То есть в крови его много, в костях мало. Вот такая вот связь. Поэтому, если вдруг, я сталкивался с такими ситуациями, вы ощущаете, то есть рентгенолог, вы сделали рентген, он говорит о том, что у вас идет резорбция костной ткани, особенно это позвонки, а потом вы сдаете уровень кальция в крови, он оказывается повышен, но как бы по логике кальций не нужно принимать или нужно принимать. На самом деле как раз повышение уровня кальция соответствует чаще всего остеопорозу, то есть размягчению костной ткани. Вот. Теперь существует, как регулируется функция щитовидной железы. Она регулируется по принципу обратной связи. То есть есть у нас гипофиз, это король желез внутренней секреции, это тот, кто управляет надпочечниками, щитовидной железой, яичниками и так далее. И он выделяет так называемый тиреотропный гормон. ТТГ, когда вы сдаете гормоны на анализ на гормоны щитовидной железы, один из гормонов, который исследуется, это гормон гипофиза, вот этот ТТГ, тиреотропный гормон. Когда гормонов щитовидки недостаточно, уровень тиреотропного гормона повышается. И наоборот, когда избыток гормонов щитовидной железы в крови, уровень тиреотропного гормона, гормона, который стимулирует щитовидную железу, он снижается. И происходит, вот это и есть принцип обратной связи. Да? Так регулируется работа щитовидной железы. Третье. Существует, скажем так, три основных периода в жизни человека, когда повышается риск нарушений функций щитовидной железы и заболеваний. Первое – это беременность. Да? В первом триместре физиологически, то есть в норме, повышается уровень гормонов щитовидной железы. Это связано с тем, что эти гормоны как бы используются для ускорения обмена веществ. Для чего? Нужно строить новое тело, тело ребенка, и для этого обмен веществ нужно ускорить, быстрее нужно сжигать жиры, углеводы, белки, использовать их на строительство и для получения энергии. Да? Вот. И если уровень гормонов щитовидной железы понижен, не соответствует норме во время беременности, то это фактически всегда вызывает нарушение развития плода и очень серьезное нарушение развития нервной системы. Поэтому вот тоже очень правильное замечание мне понравилось у доктора, может быть кто-то заметил, о том, что проверять уровень гормонов щитовидной железы нужно до зачатия ребенка. Или, по крайней мере, сходи у терапевту или своему или знакомому доктору задать, как-то попросить его, чтобы он визуально посмотрел, или есть какие-то подозрения, рассмотреть эту информацию в интернете. Сейчас мы еще подробно остановимся на симптомах нарушений функции щитовидной железы, хотя специфических симптомов не существует, то есть какого-то конкретного, по которому можно было бы 100% сказать, что да, вот это заболевание щитовидной железы. Итак, это беременность, второй период, это период полового созревания. Это период, допустим, у девочек с 10 до 15 лет, у мальчиков где-то с 12 до 16 лет. Почему?
Потому что вообще о каком-то отдельном гормоне говорить достаточно сложно. Все гормоны, не только гормон щитовидной железы и гормоны гипофиза, а все гормоны вместе, они работают в связке и влияют друг на друга. Поэтому если мы как-то вмешиваемся приемом гормонов, допустим, даже противозачаточных таблеток, это важно понимать, мы влияем на всю гормональную функцию в организме, на гормоны, все железы внутренней секреции, потому что все они очень серьезно связаны, как шестеренки в часах. Вот вы видели, они все работают в единой системе. И, между прочим, вот раньше, я не знаю, многие гинекологи, сейчас эндокринологи, не придерживаются этого. На мой взгляд, это абсолютно неправильно. И раньше, по старым принципам, противозачаточные таблетки не разрешались, не рекомендовались применять девушкам, дамам до родов. То есть после родов, как женщина, после того, как женщина родила ребенка, считается, что у нее как бы сформировалась уже гормональная система, какие-то сдвиги при приеме противозачаточных таблеток, они не могут уже как-то серьезно создать риск. Вот было такое правило, и я считаю, оно было абсолютно верным, а сейчас я знаю, что противозачаточные таблетки, естественно, они все на гормональном, это гормоны, на гормональном принципе построены, назначают там 18-17-летним подросткам, еще не рожавшим девушкам и девочкам. И это там может очень плохую службу сыграть. Вот. Итак, подростковый период. И третий период, это уже период, ну, для женщин это период менопаузы. Вот, кстати, женщины чаще болеют заболеваниями щитовидной железы. Почему? Потому что, опять же, происходит увядание, ослабление функций, изменение распределения гормонов в женском организме. Щитовидная железа не является исключением, то есть обычная функция может ослабевать в этот период. Она может становиться вялой, опять же, это может быть связано с... Дело в том, что когда наступает менопауза, происходит изменение, уменьшение выработки гормонов и прогестерона, и эстрогенов. Но получается такая ситуация, что эстрогены обычно начинают доминировать. И вот эстрогены обладает как бы таким подавляющим, ну, говорят, ингибирующим действием на гормоны щитовидной железы. Поэтому получается, что как бы гипофункция возникает щитовидной железы, хотя вроде бы гормоны в норме, но при этом вот такие отклонения. Итак, давайте с вами разберем, какие основные симптомы вас должны насторожить по поводу того, что все-таки есть какие-то нарушения щитовидной железы. Значит, это прежде всего резкие изменения веса. Вес может или резко увеличиться, да, причем за счет жидкости, или за счет жировой ткани, если идет резкое увеличение. Одним из причин этого может являться нарушение функции щитовидной железы, либо его, наоборот, резкое снижение. Второе. Изменение резкое со стороны сердечно-сосудистой системы. То есть, либо учащенное постоянное сердцебиение, но не когда вы пробежали, а даже в покое, после сна, вы себя относительно, может быть, ну, там, сидите за компьютером, у вас сердце колотится. Потливость, да, вот эти симптомы будут чаще всего сопровождать как раз увеличение уровня гормонов. Изменение цвета кожи. Когда щитовидная железа перестает достаточное количество гормонов вырабатывать, то цвет кожи приобретает такой желтоватый оттенок. Появляется сухость кожи, ломкость ногтей, ломкость волос. Вот, кстати, вы сейчас видите картинку, это базедова болезнь. Это заболевание, которое почти всегда в 98% сопровождает гиперфункцию щитовидной железы, хотя оно является самостоятельным. То есть это такое же поражение клетчатки, которая находится за глазным яблоком, воспаление клетчатки, и поэтому глаза вот выпучиваются. Да, это, кстати, тоже один из признаков
нарушение как раз функции щитовидной железы. Дальше, нарушение со стороны нервной системы. Истеричное состояние, то гнев, то хочется смеяться, то кричать, то плакать. В общем, такие эмоции нахлынули постоянно. Ну, если бывает в жизни любого человека, но если это какой-то длительный период, при этом это может сопровождаться нарушением сна, чаще всего бессонницей, тяжело заснуть. Это, скорее всего, характеризует повышение уровня гормонов щитовидной железы. И наоборот, сонливость, вялость, депрессия, апатия, отсутствие какой-то мотивации внутренней может свидетельствовать о снижении уровня гормонов щитовидной железы. То есть вот это основные такие симптомы. Ну, дальше, в принципе, каждый из вас может вот понаблюдать у себя щитовидную железу в зеркале или пропальпировать ее. Вот она такая мягенькая, она примерно на 3-4 у мужчин вот хорошо ее найти. Вот хрящ у нас есть, да, кадык его еще называют. И вот примерно она где-то на 2-1,5-2 сантиметра, может быть 3 сантиметра, у кого длинная шея. Она ниже, вот у нее здесь перешейчик, и по бокам она находится. То есть, ну, скажем так, когда вы шею поднимаете, вот припухлость может это уходить. И вот даже есть такой как бы принцип, вот если вы запрокидываете шею и припухлость остается щитовидной железы, то это считается уже как бы достаточно развитое увеличение. Да? Ну и есть методы исследования щитовидной железы, которые могут дать уже точную объективную оценку, если они, конечно, правильно проведены, вашего состояния щитовидной железы. Давайте разберем вкратце, какие методы обследования есть. Значит, первое — это УЗИ, да, наиболее распространенный, ультразвуковое исследование щитовидной железы. Метод безопасный, в общем-то. Что он показывает? Он показывает изменение формы, размера и структуры щитовидной железы. То есть вы можете увидеть увеличение щитовидной железы, вы можете увидеть узел какой-то, который там есть. Вы можете увидеть изменение структуры, она может там тяжи какие-то появиться. То есть все это будет являться признаками нарушения функции щитовидной железы. Да? Второе — это уровень гормонов. Да? Анализ на гормоны. Там исследуется, что уровень Т3, триодтиронин, Т4 или тироксин, да, это основные гормоны, лучше исследовать свободные гормоны. В принципе, это правильно. Дальше, там исследуется тиреотропный гормон ТТГ. Как я уже говорил, это гормон гипофиза, связь их с гормоном щитовидной железы, я рассказал. И важно еще, если есть повышение функции щитовидной железы или какие-то узлы, то есть еще исследования на антитела. Там есть, уже появилось несколько, но первые появились — это антитела к тиреопероксидазе. Мы немножко попозже сейчас обсудим. То есть есть еще аутоиммунные заболевания щитовидной железы. И вот это исследование на антитела является важным показателем для определения наличие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Вот. Тоже иногда очень важно знать. Друзья, я понимаю ваши проблемы с интернетом, но, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Это связано чаще всего или с функцией того сайта, на котором мы размещаем вебинар, или с низкой скоростью вашего интернета. Поэтому, ну, я могу только попросить прощения, да, но скорее всего это проблемы все-таки связаны конкретно с скоростью вашего интернета, то есть обращайтесь к провайдерам. Бывает часто такая ситуация, что просто скорость они вырезают, она так скачет, я тоже иногда сталкиваюсь, ну вот, вы уж нас простите. Итак, продолжаем про нашу щитовидную железу. Какие, собственно, заболевания? Да? То есть заболевания могут быть с сохраненным уровнем гормонов, сохраненным уровнем гормонов. Тогда говорят о эутериозе.
с пониженной функцией гормонов, тогда говорят о гипотиреозе. Да? И с повышенной функцией гормонов, тогда говорят о гипертиреозе или тиреотоксикозе. Да? Давайте разберем заболевания, нарушения, связанные с повышенной функцией гормонов. Да? С повышенной, они чаще возникают в молодом возрасте, в подростковом. Да? Причин здесь много. Но почти всегда это две основные причины. Первое – это какие-то серьезные психоэмоциональные потрясения, психоэмоциональные стрессы какие-то, переживания очень серьезные. Как вы слышали, вот опять же из фильма, работа щитовидной железы очень связана с не только гипофизом, но и гипоталамусом. А как раз гипоталамус, он очень связан с эмоциональной сферой. По-видимому, происходит, то есть мы глубоко еще не смогли досконально разобраться в этих вопросах. Мы, это я говорю о науке человеческой, а не о коралловом клубе. Вот, то есть наука еще достаточно поверхностно знает эти вопросы, но мы четко знаем о том, что есть связь работы щитовидной железы с эмоциональной сферой, и эмоциональные потрясения часто вызывают, прежде всего, повышение функции щитовидной железы. Второй, чаще всего, причиной повышения уровня гормонов щитовидной железы будут являться воспалительные процессы, так называемые тиреоидиты. Это воспаление щитовидной железы, И Чаще всего они будут иметь аутоиммунную природу. Давайте с вами разберем, что такое аутоиммунные заболевания. Я уже говорил на своих вебинарах, но, может быть, кто-то первый раз, еще раз послушайте, пожалуйста. Итак, в норме иммунитет определяет свои клетки и чужие. И свои клетки он не трогает, чужие клетки – это раковые клетки, клетки бактерий, грибов, клетки свои, которые начали продуцировать вирус. Ну, в принципе, определяется не клетка, а наличие чужеродного белка. И его иммунная система наша атакует, уничтожает, пытается посадить в осадок, вывести из организма, то есть борется всеми доступными способами. И вот аутоиммунные заболевания характеризуются тем, что иммунная система начинает агрессивно вести себя, атаковать, вырабатывать антитела к собственным каким-то белкам, белковым структурам. И целый ряд заболеваний, это, например, сахарный диабет первого типа, это заболевания суставов, например, там красная волчанка, системная красная волчанка, коллагенозы, так называемые, вот, гломерулонефриты. И вот, кстати, заболевания тиреоидит часто вот, обладают аутоиммунной природой. Почему это происходит? Дело в том, что щитовидная железа, она имеет кровоснабжение и лимфооток, что самое главное, лимфооток. Общий вместе с органами носоглотки, то есть с миндалинами. И если человек часто простуживается, у него очень серьезно ослаблена иммунная защита и постоянно находится хроническая инфекция на органах носоглотки, миндалинах, то происходит как бы сенсибилизация, то есть часть этих тканей, поврежденных клеток, инфекция, она заносится в щитовидную железу с лимфотоком. И, по-видимому, эти агенты, они садятся на ткани щитовидной железы, и иммунная система начинает вырабатывать вот антитела, собственно, к белкам, которые участвуют в работе щитовидной железы. И происходит аутоиммунный тиреоидит. Заболевание очень сложное, очень тяжело лечится, и вот оно чаще всего сопровождается повышением уровня гормонов. И третьей причиной, слава богу, она реже встречается, но тем не менее достаточно часто, являются опухолевые поражения щитовидной железы. Опухоли могут быть доброкачественные,
Но, как вы знаете, любая опухоль, она характеризуется чем? Увеличением ткани, да? Если есть увеличение ткани щитовидной железы, значит, и она будет вырабатывать больше гормонов. Вот. Ну и доброкачественные аденомы и какие-то могут быть тем более злокачественные поражения щитовидной железы. Естественно, уровень гормонов будет зашкаливать. Да? Вот. Это заболевания, связанные с повышенным уровнем щитовидной железы. Дальше, заболевания, связанные с пониженным уровнем щитовидной железы. Здесь тоже основных причин несколько. Первое, это недостаточное поступление йода к нам с вами в организм. Почему? Потому что йод является обязательным компонентом в составе гормонов. Если нет йода, нет гормонов. Нет гормонов, значит, уровень их, естественно, повышается. Почему йод не поступает в организм? Либо вы его не употребляете в пищу, да? Вот, кстати, спасибо, опять же, грамотный доктор из Беларуси сказал о том, что такие продукты, как картошка, высококрахмалистые продукты, крестоцветные, они блокируют усвоение йода в организм, да? Либо недостаточно вы получаете, а, кстати, вот и Украина, и Россия относятся к почвам, в которых понижено, то есть маловато йода у нас в почве. И, соответственно, йода будет недостаточно в яблоках, там, в морковке, вот, во всех продуктах, которые мы получаем. И второй причиной недостаточности йода может быть нарушение его всасывания в желудочно-кишечном тракте. Это может быть связано с элементарными хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Да? Панкреатиты хронические, хронический дисбактериоз кишечника. Извините, пожалуйста. Гельминтозные поражения, паразитозные поражения желудочно-кишечного тракта. Вот. Второй очень важной причиной будет являться нарушение кровоснабжения щитовидной железы. И вот, кстати, эта причина достаточно редко упоминается в литературе, в интернете. Ее редко помнят они доктора, особенно эндокринологи. А тем не менее, у людей старшего возраста, там, 50, особенно 60, 70 лет, это может быть основная причина нарушения функции щитовидной железы. Вот как вы слышали из фильма, а для нормальной работы щитовидная железа должна очень активно кровоснабжаться. А препятствовать нормальному кровоснабжению щитовидной железы может что? Шейный остеохондроз, обильное отложение каких-то продуктов обмена, вот, жировых каких-то отложений вот, в области шеи, вот как вдовий горб, да, то есть когда очень серьезный остеохондроз позвоночника, и щитовидная железа будет недополучать кровоток. Во-вторых, это может быть атеросклероз сосудов, тоже в том числе. И получается, что вроде бы кровь циркулирует в организме, а конкретно вот до щитовидной железы достаточное количество крови не доносится. А если не доходит кровь, значит недостаток того же йода, тех же белков и других компонентов, витаминов в том числе. И, соответственно, щитовидка будет не дорабатывать, то есть не давать достаточное количество йода. Это будет проявляться вот теми же симптомами, о которых я сказал ранее. Итак, и эутериоз, нормальный уровень гормона, но изменения в структуре, увеличенная щитовидная железа, узлы какие-то. Здесь о чем это говорит? О том, что организм еще может поддерживать достаточное количество гормонов. То есть увеличение щитовидной железы зачастую является компенсаторным механизмом. То есть, когда щитовидка увеличивается, это не первичное заболевание. Это вот, если кто-то слышал, вот как сердце увеличивается, когда забиты сосуды для компенсации
для того, чтобы нормализовать кровоток. Также щитовидная железа при недостаточном поступлении йода, или при недостаточном кровоснабжении будет увеличиваться, чтобы компенсировать этот недостаток и с помощью увеличения щитовидки все-таки обеспечить нормальный уровень гормонов. Поэтому вот эти вот изменения как раз и могут быть. То есть уровень гормонов еще пока в норме, то есть щитовидка из последних сил его поддерживает. Но само ей пришлось увеличиться. И вот кто-то мне писал вопрос о том, что одна доля увеличена или уменьшена, а вторая нормальная, и уровень гормонов нормальный. Это, скорее всего, связано с недостаточным именно кровоснабжением щитовидной железы. То есть я бы рекомендовал исследовать сосуды, посмотреть, нет ли там выраженного остеохондроза, нет ли там застойных явлений вот в шейно-воротниковой зоне. Я уверен, что они есть. И вот это, скорее всего, является причиной ваших нарушений, ваших жалоб со стороны щитовидной железы. Ну, вроде бы все. Давайте, если какие-то вопросы по теме, не по продуктам, а по теме непонятно что-то, я могу еще пару слов сказать о том, что, как работает щитовидная железа. Ну, давайте теперь уже будем как бы приступать к профилактике, да, о роли кораллового клуба в поддержании здоровья щитовидной железы. Что, собственно, мы можем сделать для профилактики и для какой-то поддержки? Ага. Так, мне опять немножко выкинуло. Надеюсь, вам уже стало понятно, что если вы обнаружили какие-то нарушения щитовидной железы, как паращитовидная железа, как влияет на организм, вот вы еще раз включите потом вебинар мой, посмотрите его сначала внимательно и услышите о том, как работает паращитовидная железа, как она влияет на организм. Я это уже говорил. Итак, то есть вам, надеюсь, стало понятно, что щитовидная железа, то есть только препаратами йода вы не можете, зачастую далеко не всегда можете решить нарушение щитовидной железы. Ну давайте опять же начнем с повышенной функции. Это заболевание, которое значительно сложнее поддается какой-то коррекции. Если уровень гормонов значительно повышен, обязательно, наверное, нужно использовать препараты, есть которые тормозят, продуцируют выработку щитовидной железы. Это медицинские препараты. Что на моей практике, с чем я столкнулся и с чем я могу поделиться в этой ситуации, чем мы можем быть полезны? Во-первых, все фактически пациенты, с которыми я сталкивался, они связывали свое состояние вот с каким-то изначальным стрессом и жаловались на серьезные проблемы в психоэмоциональной сфере. Поэтому первое, если повышенная функция щитовидной железы, я рекомендую очень серьезно поработать с нервной системой. У нас, кстати, следующий вебинар будет посвящен здоровью нервной системы, подробно поработать с нервной системой. Но я очень хорошую эффективность увидел такого нашего продукта, как коллоидное золото. Саркис, поставь, пожалуйста, по слайдик по коллоидному золоту. Он, правда, у нас последний должен быть, но попытайся его найти. Значит, очень-очень высокую эффективность. У меня, я вспоминаю, была одна пациентка, у нее давление, молоденькая девушка, 22 года, у нее был серьезный тиреотоксикоз, повышенный уровень гормонов, давление до 220, мерцательная аритмия. По поводу Хашимото, это как раз и есть аутоиммунный тиреоидит, о котором я сейчас рассказываю. Вот как раз я прервался на таком продукте, как коллоидное золото. Так вот, была у меня пациентка, у нее давление скакало, тахикардия была.
И как раз при применении коллоидного золота были очень хорошие результаты, где-то около 4-месячный курс, у него и гормоны снизились, и антитела снизились, и психоэмоциональное состояние, давление. Вот, скажем так, первый продукт, который я рекомендовал, это как раз Golden Max. Причем, как бы это особо не описано в интернете и как-то в аннотациях, но я увидел, что произошло снижение уровня антител. Причем, как бы эффект есть, он не всегда работает, но происходит снижение уровня антител. Как раз вот вам при повышенной продукции щитовидной железы нежелательно какие-то продукты с высоким содержанием йода. Второй продукт, который я бы рекомендовал к использованию, это фикотен. Фикотен – это комплекс, который, в общем-то, основан на двух витаминах. Это на бета-каротине витамины Е. Они являются регуляторами тоже функции щитовидной железы. И их применение, ну, во-первых, обладает таким регулирующим эффектом, ну, во-вторых, тоже немножко снижает выработку антител. Дальше, что бы я еще рекомендовал, как бы на что обратить внимание? Вам обязательно нужно просанировать организм. То есть чаще всего существует какая-то инфекция. Она может быть не манифестативной, то есть она может активно не проявляться в виде там гноя, повышения температуры, но какой-то инфекционный агент чаще всего находится или в носоглотке, иногда это желудочно-кишечный тракт, это может быть паразитарная инвазия, которая как бы провоцирует иммунную систему на постоянную агрессию, на постоянную выработку антител. И как раз вот, если вы уберете этот очаг инфекционный, воспалительный, паразитарный очаг, то постепенно это сразу никогда не происходит, там, в течение полугода, 3-4 месяцев уровень антител падает. Могу сказать, что у меня даже есть одна пациентка, мы с ней уже давно дружим, уже больше 10 лет. Вот как раз мы, можно сказать, подружились на фоне ее заболевания щитовидной железы. И она очень много работала над собой в плане питания, очищения организма, работала со своей психоэмоциональной сферой. Это факт. И у нее была и базедова болезнь, и экзофтальм в средней степени. И вот я где-то уже около 6-7 лет, у нее гормоны в норме, и экзофтальм медленно, постепенно, по чуть-чуть ушел. Последние годика 3 его вообще не видно, и, конечно, уровень самочувствия значительно улучшился. То есть боритесь, работайте, это очень сложное заболевание, но вот шансы есть всегда, и есть возможность помочь себе. И могу сказать, что вот как раз при этом заболевании очень важно работать со всем организмом и со своей психоэмоциональной сферой, ну и где-то, я бы сказал, даже со своим отношением к тому, что происходит с вами в жизни. Вот, может быть, как-то нужно мощно поработать с нервной системой. Вот. При каких-то очень высоких уровнях антител, конечно, обязательно помощь эндокринолога и медикаментозное лечение. Это обязательно. Теперь, что касается пониженной функции щитовидной железы, здесь все, ну, можно сказать, достаточно просто. Достаточно, если человек делает все правильно, то всегда наступает результат. То есть достаточно наладить правильно свое питание, убрать продукты, которые мешают усваиваться йоду, которые загрязняют организм, которые нарушают обменный процесс. Это мучная пища, это жареная, копченая, это избыток крахмалистой пищи, они обязательно подлежат уменьшению. Обязательно увеличить количество потребляемой чистой воды, коралловая вода здесь будет очень помощь вам. Наладить нормальный обмен веществ с помощью, нормальную работу кишечника
с помощью продуктов, которые призваны это сделать. Это коловада прежде всего. То есть она выведет излишки токсинов из организма и наладит нормальную работу пищеварительной системы. И после этого эффективность продуктов, йода содержащих, она уже будет, они будут очень быстро и качественно работать. Какие продукты в нашем клубе есть, которые содержат высокую концентрацию йода? Это бурая водоросль, или мы еще келп называем, да, это один из морепродуктов. Могу сказать, Саркис, поставь, пожалуйста, слайдик по бурой водоросли. Могу сказать, что бурая водоросль еще обладает несколькими важными очень для нас такими эффектами на организм. Во-первых, она обладает свойствами, то есть при ее каком-то более-менее длительном применении и вместе с водой она разбухает в кишечнике и работает как полупервариваемая клетчатка, она двигается по кишечнику, выводит токсины, интоксикация, очищает кишечник. Во-вторых, бурая водоросль обладает такой способностью активизировать движение, ток лимфы в организме, и, естественно, будет способствовать и уменьшению очагов хронического воспаления, и очищению лимфатической системы. Вот этим полезен очень этот продукт. Дальше, второй продукт, это, конечно же, спирулина, которая тоже является водорослью, которая содержит не только йод, но спирулина очень богата аминокислотами. А все-таки важно помнить о том, что гормоны щитовидной железы – это гормоны, это соединение аминопептидов, то есть это аминокислотные, белковой природы гормоны и плюс йод. Вот как раз спирулина в избытке содержит и йод, и аминокислоты, то есть великолепная питательный компонент для щитовидной железы. Очень рекомендуется для всех, у кого пониженная функция щитовидной железы или для профилактики заболеваний, нарушений щитовидной железы. Очень важно, опять же, использовать именно спирулину, я бы рекомендовал, для подростков, для профилактики нарушений щитовидной железы в подростковом возрасте. Опять же, достаточный уровень органического, что важно, йода в спирулине позволит поддерживать нормальный уровень гормонов, а значит, это будет способствовать тому, что ваши детки будут нормально думать, хорошая память, хорошее внимание у них будет и нормальная работа нервной системы. Вот. И есть еще один продукт у нас в компании, это зеленое золото. Саркис, поставь, пожалуйста, слайдик. Значит, это сочетание спирулины, о которой я говорил, и туда входит пыльца. Пыльца, вы знаете, это продукт пчеловодства, и он обладает очень хорошим, очень эффективным иммуномодулирующим, иммунорегулирующим эффектом. То есть он будет, этот продукт будет параллельно работать и со щитовидной железой, и с иммунной системой, и это, опять же, продукт для профилактики заболеваний носоглотки, для профилактики заболеваний вирусного характера, то есть вот такой комбинированный эффект. Опять же, фикотен при пониженной функции, то есть источник витамина Е и бета-каротина или витамина А, да, бета-каротин это предшественник витамина А, это мощный антиоксидант, защита наших клеток, и это продукт, который регулирует функцию щитовидной железы. Ну, попутно я могу сказать, что в принципе полезными будут являться любые продукты при пониженной функции щитовидной железы, которые улучшают микроциркуляцию в организме всех тканей щитовидной железы в том числе. Это такие продукты, как микрогидрин, такие продукты, как гинкобилоба, такие продукты, как готукола. Вот. И тоже их можно использовать при нарушениях пониженной функции щитовидной железы. Так, давайте я приступлю к вопросам.
Вот, видите, было повышение парадгормона. После очищения организма сейчас все в норме. Вот я, в принципе, о чем и вам, как бы, пытаюсь вам донести о том, что когда идет нарушение какой-то функции в организме, какой-то ткани, ну, у нас так принято, это мышление, мы так мыслим, а потом уже так действуем. В традиционной медицине повышенное давление, мы пьем таблетку от повышенного давления. И вы эти знания переносите часто, далеко не все, но тем не менее, часто вижу, переносите в коралловый клуб. У вас повышенное давление, вы открываете каталог и смотрите так, что у нас понижает давление. Вот прочитали люцерна, там АД, фитоконтроль, вы их принимаете. И добиваетесь каких-то или скромных результатов, или иногда бывает вообще не добиваетесь. И в принципе моя задача, которая я вот основную свою задачу вижу, проводя эти вебинары, чтобы вы поняли, что тело, наш человеческий организм, это целостная структура, в которой взаимодействуют огромные миллиарды различных клеток. Важно понимать, что каждая клетка, она является отдельным живым организмом. Это как, вот представьте, вселенная, в ней отдельные планеты, звезды, другие тела. И они постоянно взаимодействуют друг с другом и влияют. И вы не можете изолированно лечить какую-то одну ткань или систему, или орган, или заболевание. Важно запомнить, болеет весь организм, и его нужно лечить. Дальше. Фактически всегда все ваши заболевания, кроме травм каких-то, являются результатом ваших неправильных действий. То есть неправильного образа жизни, неправильного питания, неправильного сна, неправильной физической активности, неправильной вообще, неправильной, потому что в книжке написано, а неправильной конкретно лично для вас. К сожалению или к счастью, я не знаю, не существует каких-то рекомендаций, которые подходили бы всем, иначе доктора не нужны были. То есть мы все обладаем изрядной долей индивидуальности, то есть как в той поговорке, извините, что русскому хорошо, что немцу смерть. Это правда. То есть, поэтому не всегда мы можем, вот бывает часто ситуация, что вот большинству людей очистки дают положительный результат, а кому-то очистка дала негативный результат. Это значит, что вы ее провели или в неподходящее время, или этот человек требовал, может быть, каких-то других мероприятий. В принципе, для этого нужны мы доктора, чтобы разбираться в этом всем, или пытаться разбираться, по крайней мере. Вот, но вы должны понимать, что именно в образе жизни, в вашем питании, в том, что вы пьете, в том, что вы едите, как вы двигаетесь, как вы общаетесь с окружающим миром, и лежит основная часть ваших, ну я бы сказал, всех хронических заболеваний. Потому что насморк можно подхватить и просто на работе. Но если хроническое заболевание длительно, значит, что-то постоянно делается не так. Поэтому вот для этого существует философия здоровья. То есть поэтапно вода, противопаразитарная программа, которая включает продукты, которые влияют не только на гельминты, а которые влияют на грибки, на бактерии, очищение организма и клеточное питание. Это универсальная схема, которая в принципе почти всегда срабатывает. И самое главное, она влияет на весь организм. То есть, в принципе, в этом секрет кораллового клуба. Он не лечит какую-то конкретную болячку, он занимается как бы процессами, глобальными процессами в организме, во всем организме. Естественно, почти всегда заболевание, которое возникло на фоне вот глобальных, полных нарушений организма, оно изменяет свое течение, улучшается, оно или полностью исчезает. Тут все по-разному бывает. Так. Гипертиреоз, повышена эта синица, вопрос задает. Подтвердили антитела, потом вернулись в норму, но ТТГ был очень понижен. Затем щитовидка ушла в сильный гипотиреоз, принимала гормоны. Да, это интересная ситуация, мне очень сложно вам, я не могу ответить сейчас как-то
на ваш вопрос. Единственное, что я могу сказать точно, однозначно, о том, что вот подтвердить те слова, которые я только что сказал. То есть, вероятнее всего, проблема не в щитовидной железе. Нужно искать или инфекцию, или что-то с нервной системой, или с кровоснабжением в организме. И вот такое поведение такой щитовидной железы, оно отражает какие-то изменения в организме. Посмотрите гормональный фон обязательно тоже, общий гормональный фон. Может быть, там что-то с половыми гормонами, и они как-то влияют на это. Значит, щитовидка стабилизировалась, но теперь все время склонна к гипотиреозу. Значит, вам нужно ее поддерживать. Какими продуктами я сказал? Это продукты, богатые йодом, спирулина, келп, фикотен хорошо подойдет. И обязательно работайте с нервной системой и с желудочно-кишечным трактом. Вы постепенно снизите уровень антител. Если есть антитела, я уже говорил, это либо инфекция, то есть идет какая-то так называемая сенсибилизация, давайте по-другому, раздражение иммунной системы. То есть есть какое-то что-то, что раздражает иммунную систему, что постоянно подбрасывает эти белки в щитовидную железу и активизирует иммунную систему. Почти всегда это два фактора. Это либо инфекция, грибок, бактерия, гельминт, что-нибудь из этого ряда. Либо сенсибилизация может идти при нарушениях пищеварительной системы, когда большое количество недопереваренного белка попадает к нам в кровь из-за плохого пищеварения. Это тоже может как бы провоцировать иммунную систему на такое поведение. Если вы полностью удалили щитовидную железу, вы не можете не употреблять гормоны. То есть схемы не существуют. То есть почему? Потому что, во-первых, нужно сделать УЗИ. Иногда бывает, иногда где-то, я не могу точно сказать, в районе 20-30, это Вероника Шумкова задает мне вопрос. Бывает, что все-таки отрастает, маленькую культю оставили, щитовидочка нарастает. Если она есть, хоть немножко, тогда можно принимать какие-то продукты, которые стимулируют выработку гормонов. Йод, все что угодно. Спирулина, извините, бурая водоросль, зеленое золото. Если вообще щитовидки нет, ну как бы смысла особого принимать йодосодержащие продукты нет, потому что некому продуцировать гормоны. И вы обязательно должны принимать эльтероксин, то есть то, что вам доктора сказали, потому как из другого места гормоны уже не возьмутся. И никаких шансов нет их как-то по-другому получить, кроме как принимать извне. Поэтому для вас прием гормонов обязателен. И наоборот, если вы эльтероксин не будете принимать, это может очень плохо для вас закончиться. Поэтому, если своих гормонов вообще не вырабатывается, щитовидной вообще нет, обязательно используйте гормоны, этироксин внешний. Но занимайтесь общим оздоровлением, клеточным питанием, нервной системой, сердечно-сосудистой системой, и вы почувствуете себя лучше. По поводу магния стеарата, да, был такой вопрос. Я вам честно скажу, я не обладаю подробной информацией об этом. Вот, прямо говорю, я не знаю. Но что я вам могу сказать точно? То есть, это, естественно, что? Дополнительное вещество, которое выполняет функции стабилизатора, то есть, можно сказать, что консерванта. И здесь все зависит от дозировки. То есть, как и вода. То есть, если человек выпьет, вы знаете, 10 литров даже самой чистой воды единоразово, то что у него будет? Галлюцинации. Мы все это знаем. То есть, доза – это ключевое слово вообще в медицине. То есть, в микродозах может быть лекарство, а в макродозах это может быть яд. Поэтому, вот такой мой ответ вам.
При гипотиреозе, да нет, я не думаю, что имеет смысл принимать все эти препараты одновременно. Выберите один, например, спирулину и фикотен. Вот фикотен, да, он не пересекается. А вам стоит выбрать бурая водоросль, спирулина или зеленое золото. Какой-то из этих трех продуктов. Ну вот, наверное, спирулина такой наиболее оптимальный продукт. Опять же, если есть проблемы с кишечником, с интоксикацией, то лучше, может быть, бурую водоросль подключить. Потому что она будет еще нормализовывать работу кишечника. А если есть проблемы с иммунитетом постоянно, то может быть зеленое золото, потому что там есть еще пыльца, которая еще и на иммунную систему поработает. В общем, вот рассмотрите из этих позиций. Ну, видите, вот это Лидия Донец по поводу вопроса по поводу аутоиммунных заболеваний. Извините, и при этом ТТГ в норме. Поэтому издаются все гормоны, потому что, к сожалению, есть еще такое понятие, как автономия. То есть щитовидная железа как бы работает сама по себе, нарушаются связи в организме. Я бы при вашей ситуации рекомендовал бы пройти несколько очищений организма. Вот противопаразитарная программа и очищение коловада. Противопаразитарная программа, очищение коловада. И посидеть на жесткой диете. И я думаю, это сработает. Это то, что я мог бы порекомендовать. Да, при гипотиреозе и аутоиммунном тиреоидите КЕЛП не можно, это Ирина из Бреста, а нужно. Йодосодержащие продукты не принимайте только при гипер, то есть повышенной функции гормонов. Там не нужно принимать йодосодержащие продукты. Так. Татьяна Стаханов, джестваном можно мазать в районе щитовидной железы? Нет, не стоит мазать в районе щитовидной железы. Джестван содержит половой гормон, один из половых гормонов, прогестерон. Он депонируется в жировой ткани, потом депонируется, это ну как, вы его вводите, он там остается, и потом он медленно выводится, поэтому... Джестван рекомендуется мазать там, где есть жировая ткань, жировая прослойка какая-то. А вот в районе шеи эта жировая прослойка минимальная. И ну, вы эффекта особого не добьетесь. Поэтому мажьте, как принято, вот на сгибательных внутренних поверхностях. Там же есть, где есть жировая прослойка, особенно внутренние поверхности бедер. Вот, вот это оптимальное место для... для того, куда мазать джестван. При гипертиреозе с чего лучше начать? Начать лучше с противопаразитарной программы и с коловады. Вот с этого лучше всего начинать. Да, и обязательно с приема, конечно, воды. Из правильного питания. Посмотрите, пожалуйста, мой вебинар, он есть по правильному питанию. Я надеюсь, вы что-то почерпнете из этого. Так, 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 секундочку. Можно ли отказаться от гормональных препаратов при гипотиреозе? Можно, если щитовидная железа у вас есть. То есть вот мы говорили о том, я давал рекомендации о том, что эти препараты нельзя отказаться от гормонов, у человека удалена была щитовидная железа. Если щитовидка у вас есть, может быть не вся, а часть хотя бы культя, нужно понимать, насколько понижен уровень гормонов и нужно постепенно действовать. То есть вы двигаетесь по той же схеме, о которой я говорил. То есть принимаете очищение, правильное питание и постоянно помогаете оставшейся части
щитовидной железы продуктами, которые стимулируют выработку гормонов. Да, это фикотен, бурая водоросль, спирулин. Ну, например, возьмите фикотен, спирулину, ну и, к примеру, что-то для микроциркуляции, это микрогидрин, к примеру. Но это после очищения организма. Пока не будет обмена, обмена веществ нормально в организме, все это будет слабенько работать. И каждые там 3-4 месяца сдаете гормоны щитовидки, при этом несколько дней не принимаете свой тироксин и смотрите. Постепенно вы будете видеть, если какая-то хоть возможность в организме есть восстановление, то щитовидка начнет восстанавливаться. И тогда вы медленно, постепенно будете уменьшать дозу тироксина, да? И у меня не один десяток пациентов, которые восстановили, если щитовидка осталась, если она есть, которые восстановили функцию щитовидной железы и ушли от гормонов. Но резко сразу делать этого нельзя. То есть у вас, возможно, полное выздоровление наступит через год. А сейчас уже бросать полностью гормонов нельзя. Пытайтесь уменьшать уровень L-тироксина и при этом активно работать с организмом. Сразу, если вы принимали, особенно, к примеру, 100 соточку L-тироксина, если там 25 немножко, можете уходить. Но если вы принимали 75, 100 или даже, не дай бог, 150, ни в коем случае нельзя резко убирать гормоны. Медленно, постепенно можно. Можно, конечно, коловаду можно. То есть, можно, конечно, принимать коловаду. Вы посмотрите вебинар мой по очищению организма. Я там говорю противопоказания коловаде. Если этих противопоказаний нет, пожалуйста, принимайте. Наоборот, зачастую после коловады вы запустите. Опять же, если человек сильно худой, гипотиреоз, я понимаю, что, по-видимому, у него серьезные проблемы с усвоением пищи. И после коловады очень часто восстанавливается пищеварение, усвоение продуктов, он и вес наберет, и начнет вырабатывать лучше гормоны. Единственное, что бы я порекомендовал такому человеку, это после коловады попринимать продукты, которые улучшают переваривание пищи, усвоение. Это пищеварительная форма, это дегистейбл, да, это ассимилятор, микрофлору какую-то кишечную, например, биокурунгу. То есть те продукты, которые улучшают процессы переваривания, усвоения пищи, соответственно. Может быть, аминокислоты какие-то, и сможет и улучшить и функцию. Функцию с щитовидной железы и немножко вес набрать. Но опущение почки не является противопоказанием, опять же, коловаде. Если там нет какого-то недостаточности почечной, гломерулонефрита, то не является противопоказанием. Конечно, от заболеваний щитовидной железы, от гиперфункции щитовидной железы может быть повышение артериального давления, если функция щитовидной железы повышена. Если вы проведете обследование щитовидной железы и она у вас будет в норме или понижена, а давление артериальное повышено, значит, причиной повышения давления является другое какое-то нарушение. Сосудистое, почечное. Щитовидка в этом не участвует. Но щитовидка при повышении функции может повышать артериальное давление. Вот, спасибо, люди делятся. Вот мама отказалась от гормонов при гипотиреозе после противопаразитарной программы. То есть восстановилась функция. Вот Вероника Шумкова задает вопрос, через какой срок рекомендуете сдать антитела. Ну, я могу сказать, что не раньше, чем через 2-3 месяца. Это минимальный какой-то срок. И не советую вот сразу, вот вы провели коловаду и как бы на этом все закончилось. Как минимум, это постоянный прием воды,
Это постоянное правильное питание, а в идеале это еще и поддержка какая-то организма, иммунитета, клеточное питание, лецитин. Если есть проблемы с нервной системой, обязательно работайте с нервной системой. Если есть проблемы с иммунитетом, инфекция, значит, обязательно с ней работайте. Ну, где-то месяца три это реальный срок, за который произойдут какие-то ощутимые изменения. Где посмотреть мои вебинары? Вы заходите на этот же сайт, на сайт Марины Федоренко, на который вы сейчас зашли, и смотрите, найдете там вебинары в записи, то есть прошедшие вебинары, по-моему, так называется. И там целый перечень вебинаров и Марины Федоренко, и моих в том числе, пожалуйста. Ага, вот и отвечаю. Да, я сейчас скажу свой адрес, это Булин, он звучал не раз в вебинарах, Булин, _ Павел, @укрнет. Естественно, все английскими буквами маленькими. Булин, _ Павел, @укрнет. Пишите, я почти всегда отвечаю. Хорошо, вот последний вопрос, опять же Синица, я отвечаю, и уже, к сожалению, время наше сегодняшнее заканчивается. Я принимаю 50 миллиграмм энтероксина. Да, конечно, 50 миллиграмм это в принципе небольшая дозировка. Это минимальная таблетка, 50 миллиграмм, ее еще делят 25, поэтому, конечно, принимайте антипаразитарку. Затем коловаду, это не является противопоказанием. В принципе, дозировка небольшая, и у вас все шансы восстановить полностью функцию. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, вы почерпнули какую-то для вас важную, интересную, нужную в жизни информацию. Я вам желаю здоровья, я вам желаю спокойствия в вашей стране, желаю какого-то стабильности, спокойствия в нашей стране. Вот, спасибо за внимание. Следующая тема будет посвящена нервной системе. Она будет в следующую среду в 19:00. Так что, кому интересно, присоединяйтесь. Всего вам доброго.